Всем привет, мои дорогие, любимые. Да не, сначала. Давай по новой, Миша, все хуйня. Всем привет, мои дорогие, любимые подписчики и подписчицы. Меня зовут Конан, и сегодня у нас крутой день. Вы готовы, дети? Сегодня у нас какая-то невыполнимая миссия. Защитники. Сегодня вообще, ну, очень круто, только вот одна проблема есть. Очень шумно, я надеюсь, не слышно. Мне каждый раз так говорю, но на самом деле ничего не слышно, все же. Просто на улице творится какой-то... Просто пиздец! Просто какой-то зоопарк, ёпта! Сегодня посылка с Алиэкспресса. Очень необычно. Так что я думал, мне не составит труда распаковывать эту посылку. Изи! И вот как она выглядит. Она довольно-таки большая и... Она идет из Нучачу или Нукаку. Чего, блядь? Что это за место? Я не знаю, в общем, это странно. Нож. Наш любимый ножик. Который в последнее время вообще не появляется в выпусках. Но... Потому что с Алиэкспресса уже не приходит много посылок, я не заказываю. Но в скором времени вас ждут такие бомбические выпуски. Просто. Да-да, не удивляйтесь. Я вам сейчас на полном серьезе говорю вообще-то. На серьезно. Как же еще врать? Нельзя врать. Потому что если бы я врал, мои подписчики говорили бы мне. Ты че, охуел, блядь? В общем, вот так открыли. Вот, кстати, он сложно открывается. Открываем с этой стороны. Аккуратный надрезик. Хирургический, биологический, я не знаю какой. Так, и... Опа! Вот это надрез! Да блин, я его не порезал вообще. Просто надрез вот такой. Вот так вот. Вот так вот. Опа! Тарам-там-там-там. Тарам-там-там-там. Я хотел, чтобы вы это увидели. Отлично. Опа. Оно упало. Вот это штука, которая у Джеки Чана. Вот такая вот. Ха-ха, ху-ху-ха. Вот такая вот. Крутая штука на самом деле. Что вы знали, эта посылка шла очень долго, где-то 6 месяцев. Я думаю, это много, да? Вот это дело! И давайте еще один надрезик, вот такой вот. A few minutes later. Опа, опа. Да блин, нож не режет вообще. Так, опа. Давайте. Раскроем. О да, я очень долго ждал, хотя посылка не моя, но все же. Самое крутое то, что деньги я за эту посылку вернул. Так петухи поступают, знаешь? Да. Опа, посмотри. О, вот это да. Четко. Не, в натуре класс, но... Вот так вот делаете, да? Давайте, ниндзя, допустим, ниндзя, да? Старого друг, ты думаешь, что меня победишь? Ну давай попробуй. Это пиздец. Ладно, мне лучше не лезть в это дело. Не лезь, блядь! Потому что... Потому. В общем, вот неплохая такая штука, но... Ай! Опять! Блин! Он разбился? Да не, все нормально. Он так легко... И, кстати говоря, это такое не для взрослых, то есть это для маленьких, поэтому здесь все такое мягкое, мягенькое. Но вот это вот металл у нас прежде, как бы это не просто наш какой-то. И посылка одна из самых достойных на Алиэкспрессе. И знаете, поначалу, когда эта посылка не приходила 3 месяца, я думал, что тульбаные китайцы меня обманули. Наёбщики! Я люблю эту страну. Здесь есть правосудие. Ну и мне как-то страшно стало. Страшно, очень страшно. Аж плакать захотелось. Не хочется плакать.
Но все уже все пришло не во свое время. Только она вот очень долго приходит. А так она довольно-таки большая, даже для меня, наверное. Прям довольно-таки большая. И в целом очень неплохо все сделано. На этом, ребятки, я буду заканчивать. И ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Коннор. Всем удачи и всем пока. Пока-пока. Пока.